Лифон! Лифон, подождите. Лифон! Сейчас. Мы снова встретились. Давайте, ребята. Просто сейчас покажу. Лифон, они говорят, я не могу по-другому. Смотрите, банан, просто смотрите, банан. Смотрите, что я ем. Я ем жвачку со вкусом банана плюс банан. Нормально придумал? Калибровка. 1-1. Не, ладно, тут уже можно 2-1 написать. Почему Иус? Ребята, ну вот почему вот вы вот хоть знаете, что, ну, я топ-1 Иус считаюсь. Блин, но дымит на самом деле неприятно. Да блин, ну что случилось? Дождь, да. Обалдеть, я просто в шоке. Капец, я просто из-за этого дудоса пропустил первую пачку. Да. Нет. Берем, а ты? Властик, ты? Ха-ха. Легенда. Блин, вот хочет меня закрыть. Эй, ты зачем взял? Да это Бэйн. Бэйн подвал. А, я вижу, что это ты. Блин, пипец подстава. Парт поставил. Да, я еще и умру, да? Я танк принесу. Да. Быть. Ага. Давай. Так, надо пачку просто незаметно украсть у него. Смотрите, как это делается. Просто так незаметно. Оп, еще. Фармим? Нет, я зафармил. Возьми мой доминатор. О, не надо, ничего, все, ГПЛ. Снайпер просит. Зачем? Оп, ребят, убить их. Я бегу. Я тоже без тупа. Ростик-то лозовой, я не понимаю. Фэн. Дай кварти, пожалуйста, дай кварти. Охраняй. Так, а что же мне еще бы купить? Ребят, тестовая сборка, чё что? Так что не это. Побежать. Не убивайте крипов. Бывшие. А чё бывшие, я не понял. Ты в Москве был, заглянул? А ты с Москвы. Мы даже не были, оказывается, друзьями. Ах. Вот и всё. Фига было.
Не, ребят, не покупайте мою шторную спам. Я просто прикалываюсь. Обалдеть. Доти. Нормально. Здорово, братик, сегодня безлива на 8 минут. И калибровка, братик. Сегодня просто как бы, ну, калибровочка. Надо ее загасить. Пойдем Рошана убьем, закончим. Я тебе не верю. Одно поем. Хочу спросить, собираешься ли ты в Киричики? И если... Что когда? Пиво. Я помогу, не бойся. Спасибо. Ну это где пупсик? Я вот в Москву собирать. А их девочки в школе, суки, мне всегда сосали по отлично. Толку за деньги, серверу юных, но я не сенят. За меня палит, типа, чё забыл? Извините, я беру это своим кобылкам. Дыркам одну еду драть сейчас от другой. Люди не знают, как делать кэш. Трэп у меня тысяча баров, а ты кипёшь. Ты моя красавица. Вымирающий вид. Обу боятся бодигуарда, как заставки вид. Кэш, мне не нужен бит. На моём чапе... Ой, что случилось, дроник? Таким же закончим. Пусть. Что ты думаешь по поводу Ростислава, если так откровенно? Ростислав, это вообще Ростислав. Да я тебе говорю, это военкомат из города Гомель. Хотим вас забрать в армию. Мне милиция, привет, мне 5 лет. А ты можешь вот максимально близко показать вот Ростика? Ну вот его манеру речи. Не, Ростислав, я приехал в Москву. Мои подписчики. Ну я просто люблю играть на Elder Titan. Ну вы донатьте мне побольше. Ну нет, не побольше. Пожалуйста, дайте Рошанчика, ребята, пожалуйста. Ростика спасите. Другой летчик, ты меня понял. А про батискаф скажи, батискаф. А ты батискаф. Реально, блин. У Ростислава нет хейтеров. Ни одного. Ничего, нереально, ни одного хейтера. Вообще, блин, ни одного. А чем он так хорош, что у него нет ни одного хейтера? Он из Беларуси. Это причина? Да. А почему не написано 3 девятки? Потому что... Ну, типа, обратное, типа, вот это вот злое. Типа, он добрый. 3 шестерки, это злое, а он добрый. Вот так вот, пожалуйста, Ты батиска. Убей, другой люк. Интересные игры, да? Они любят, спасибо вам за игру большое. Вы красавцы.